Казахстанская делегация принимает участие в работе глобального форума ОЭСР по борьбе с коррупцией. Он ежегодно объединяет представителей 90 стран мира и ведущих международных экспертов. На полях форума уже прошла встреча с представителями секретариата организации, где обсуждались вопросы внедрения стандартов ОЭСР в сфере борьбы с коррупцией. Напомню, на данный момент Казахстан прошел 4 раунда мониторинга Стамбульского плана действий, что приближает нас к присоединению к конвенции по борьбе с подкупом иностранных лиц при проведении международных сделок. Во время визита в ходе обсуждения были затронуты вопросы межгосударственного взаимодействия по возвращению активов, оказанию правовой поддержки, этико-правовые нормы и прозрачность бюджета. Также мы ознакомили участников форума с проводимой в нашей стране работой по борьбе с коррупцией.